President Vladimir Putin said on June 21 that Russia's new generation of Sarmat intercontinental ballistic missiles, which are capable of carrying 10 or more nuclear warheads, would soon be deployed for combat duty. In a speech to new graduates of military academies, Putin stressed the importance of Russia's triad of nuclear forces that can be launched from land, sea, or air. "The most important task here is the development of the nuclear triad, which is a key guarantee of Russia's military security and global stability," he said. The first Sarmat launchers would be put on combat duty in the near future, Putin said. Специальные военные операции продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. Проекта Борей-А. В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил. Готовность вести за собой боевых товарищей. Важно всегда помнить, что продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановку войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск. И своей службой будете подтверждать слова великого Суворова. Россия надеется на вас. Поздравляю с окончанием.